Казах. О, я забыл, что здесь надо так. Все? Прошу Все нужное выбрали. прощения. Так. Ну ладно, арта не понадобится, нас Сейчас быстрее веселуха. вынесут, да. Да, сейчас будет веселуха точно. Кстати, в том бою что-то не было у них радарников вообще. У них вообще с авиацией печально было, да? Только вот бомбер летал и два истребителя. Ну, Но по если там идее, там. действительно такой же доход, как и у нас, если это определяет Нет, у них тут, наверное, больше доход, доход. В то раза не в 10. среднем, то там особо не понакупаешь самолетов-то. Ну чё, кто с городом поможет? Я просто раз этот прозок купил. Ой, это страда, Даша, Ну. где нас убили. Так, ну раз компьютер не знает, что в лес можно ставить фобы, я пошел фоб ставить сюда. Потому что вот здесь фоб расстреляли нам в тот раз, когда комп от него заряжался. Сначала угробили верты, а потом вынесли Да, фоб. накомплит стукачи друг друга, я отвечу. А так как мы будем играть от обороны базы, я почему-то уверен. Сейчас попытаюсь город занять, у меня там и танк, и автоматик, у меня там сейчас все поедет туда. Еду в Фокстрот, только чувствую там, что все потеряю. Жизненно. Я попробую центральный город держать, выставить. Вертолеты кто что возьмет, нет? Не, я два топовых танка, две ПВОхи. Хотя, может, самолет лучше взять. И пехоту с разведкой. Но они вроде не облетают особо, да? Хотя В тут тот нас раз что-то очень даже они облетали. нас Да, облетали. да, Объезжали, да. Это облетали, просто. не надо. Это просто режим у нас стоит такой, стоял последний Да, раз, сейчас сейчас нас такой. тут быстренько изнасилуют. Кстати, да, и 200 очков оставлю просто. Закупаться, базу охранять. Я что-то тоже так подумал, что сейчас понадобится. Но на базе надо хотя бы две ЦВшки держать так-то. Ну, я одну ЦВшку на базе оставил. Я свою Одна направо, если что, прилетает. кину. Что там на альфе делать? Ну, нажимайте начать, если кто Я уж нажал. собрался. Ну, все, кто собрались, нажимайте начать, чтобы отчета не было и все. Что-то страшно уже. Я уже что-то, да, меня немножко мандражит уже. У меня флешбеки такие вьетнамские, знаешь? Как же классно, да? 0 очков у нас. Плюс 0. Но чуть-чуть должно падать. Ну, во-первых, с базы по-любому будет падать. И просто должно падать. У них там плюс, наверное, 100 уже там. Опа, а что они с Чарли сошли? Это что такое? Пошли, наверное, на Дельту или на Фокстрот. Вон Эти вертухи. вертолеты. Ну чё, как там Лезь! воспоминания? Нет! У меня уже такие, знаешь, эти. Да не надо. Так, на центр надо ПВО. А вон Галеб. Мы все умрем. Нет, Калеб. Ты что, дурак, что ли? Я не понимаю, ты как так делаешь? Забрал. Еще 100 второго. Все, это конец. Может быть и в 10 раз больше у них очков, да. Как знать. Порой, ты что, дурак? Куда ты летишь? Я не сделаю Ни ничего одна не плохого. попала. Лол.
сегодня, но я тут просто окибух. А где ты там воюешь? Ну, в центре там эти БИБА-4 уничтожаю. Ни одного танка не осталось в итоге, кстати. РСЗО у них с базы, со стрелочки. Артят. Да, видишь, сразу по-другому он уже играет. Или, не знаю, юнитов у него прям на порядок больше. Выдра вон, которая с турами сейчас меня он закидает. Он высаживает, он там вообще жесть творит. Он вообще грязь творит просто. Господин делает грязь тут просто. ЦВХа поехала, жуть. Ты посмотри, сколько сюда ездит. Ну, у него сразу просто видно, что больше... больше очков, чем у нас. Можно на лечение что-нибудь, пожалуйста? Водочки. А вертолеты копятся. У них там все весело. Они еще и бомбят это все. Смотри. Ну, надо признать, что пока мои два топчика они не вынесли. Даже не пытались. Сейчас, конечно, что-нибудь вылетит, как обычно в таких случаях бывает. Автоматик убили, ты посмотри. Ну что, закрываем теперь вот этот город, я так понимаю, да? Потому ну, что... правый центр, ну, который наш центр, мы тут держим. Да ты посмотри сюда. Ну, у вас там у двое тоже. Как, кого двое? Я тут один. А где ЦФГ? Нет, таких... Вас там каких должно двое? Быть двое. Каких нас тут двое? Потому что двое. Я тут один. И один, и мне тут очень плохо. ЦФГ, проснись, война. А у меня очков нет. Ну, юнит тогда подтягивай. А что делает вертушка я? Смотри, они просто тут, ну... просто на потоке все. Подожди, а как ты это делаешь? Я что-то вообще не попал. Да он Лукашенко. Что твои? Можете хотя бы танчики у кого поплотнее танчики, что-нибудь? Они не плотные, но там ПВО только. Вы вышлите как-нибудь перекрыть это говно все. Я тебе два киллера выслал, они и по пехоте, и по танкам отработают. Хоть как-то. Бля, ну это вообще нездоровая тема. То, что сейчас происходит? Ну, у них много очков, они на все закупили, и давай тут фигню устраивать. Вот эту вот вертуху надо сбить слева. Тем временем это вертухи похрену просто. О, ты смотри, смолушка летает еще. Серов, откуда у тебя денежки? Купил, чтобы смотреть, прилетят ко мне галебы или не прилетят. На столь прекрасную технику.
Потому что наш метопы будут выбивать. Ну чё, как вам такой режим? Ну, у меня все нормально. Пока. Ну да, у вас-то более-менее. Мы там просто отстреливаемся, как из пулемета. У вас просто ЗРК в атаку идут со штрафами в город. А у меня танки. Не повезло тебе. Да, здоровье погибшим. Да, ПЗРК в атаку это сильно. Вот почему-то у вас ПЗРК, а у меня как так танки колонны. У меня там два танка только что выбили, да? Ну, сорян. Я так понял, ты все поиграл, да, короче? Пожалуйста, уйди, ну уйди. А вот теперь к нам нормальные танки. 87-го года поехали. Откуда у него столько очков? Режим такой. Мы ему поставили максимальный. У него кратно больше, чем у нас. Смотри, нас вертолет обходит, кстати. Вот теперь и к нам вся эта колонна поехала. О, ну чё, теперь опять дейфимся у леса? Тут уже есть опыт у нас определенный. Ой, зато у серого, посмотри, самолётик. А красивая, да? А? А? Как я? Красивая, да, красивая. Блин, 487-ки. Ещё там что-то было нехорошее. Карту, где чисто город будет, тут, чтобы раз был прям в городе, и все. Ой, серп эскорт вытащил. Откуда у тебя такой денег, серп, мне интересно. Ну тебе ж надо было помочь. Да, ну ты сейчас эскорт потеряешь благополучно, красавчик. Ну тогда я тебе не буду помогать совсем. Так ты его вызвал, чтобы умереть или чтобы мне помочь? Чтобы остановить то, что вот здесь вот шло. У меня вопрос, ты что, остановил? Да я не смотрю, что там происходит. У меня тут самого проблем хватает. Помогите! Короче, начинайте здесь копить войска. Ну, я другой город использую, который поближе к ним. Ну, они сейчас просто нахер зайдут по прямой, по колонии все. Ну я вот здесь вот собираю войска. Что там нормально? Супер. Впервые так хорошо мне. Никогда еще не было так здорово. Я даже не знаю, там лучше бомбер или... Термоядерный удар. Или ПТКшка нужна. Это все, что нас сейчас может спасти. Вот мои топы сейчас умрут. Красавчик. Там радарник есть, да? Пока не был. А у тебя радарник есть, чтобы просветить эту систему? Нет. У меня его и в деке нет. Понял. Сейчас я чекну радарник. Я вон там пехота только. Есть у них радарник. Ты имеешь в виду ПВО радарное? Конечно. Я под радарником подразумеваю самолет. Блять.
на нас ебут, по-моему. Да не, фигня вопрос. Тем временем он пытается огнем убить мой вертолет. Блин, 4.87-ки. Почти живые. Хорошо, у меня была пехота. Жалко, что умерла. Я без двоечки, за отходит. А ты Израиль. Он ЦВ-ху даже пригнал там. Через центр карты. Чувствуете разницу? Да нет, честно говоря, по-моему, все так же. Ничего, ничего, сейчас первые 10 минут мы быстренько отобьемся от него. И как в прошлый раз. Легко, непринужденно. Конечно, говно вопрос. Базу начинаем дефить? Да, уже давно. Да, мне нечего. А, сейчас тормы заберут. Они заберут. Давай, штормик, давай. Ты сможешь. Даже в шоке попадает. Вы ЦВ-шку-то спрячьте с ФГ. Че она на передовой у нас? Она отбивается. От танков? Автоматом? Да. Прикладом их, прикладом. Оглушает. Это мне все закончилось. Сейчас мы всех убьем. Все. Так, вот, вот здесь вот защищаемся, как тогда. Вот она, великая точка. Ну, в прошлый раз мы вот здесь вот неплохо дефились. Экшен почти сдох. Там вон же ФОП. ФОП должен ее лечить. Уже наш ФОП отжали, вот твари. Мультики мертвые будут завидовать живым, короче. Живые будут завидовать мертвым, это мне сейчас то же самое. Все завидуют мне. А вы где играете? Мы играем на моем компе. В смысле? Ну, мой компьютер является сервером данной игры. 4 на 4. А-а-а. Вы там долго еще? Походу нет. Почему? Потому что компьютеры нас выносят. Ну давай, скажи, как ты побеждал компьютером на максималке, как эти мемчики, знаешь, где котейка нарисован. Давайте в обычном лохе. Ох, это дымы были, хорошо, иначе бы меня убили. Ну хрена. Ой, истребители, откуда вы тут? И временем 0 очков прироста у нас. Нет, с базы. А вы как, по уничтожению? Да, конечно, уничтожение. А что не завоевание?
компьютер нас тут просто тогда в первую минуту вынесет. Смотри, Аки бог на пуфе, смотри, против Элки катается. Иди сюда, блюдо. Четыре ракеты, все мимо. Я, кстати, одну сбил. Да, вторая вот выскочила. Со 100 метров, блин, наверное. Иначе чё бы она подклонилась. Хотел меня убить, я сам тебя убью. А нет, красиво. Да какие нахер дымы? Чё, засали? Ни хрена не видно. Поменяй, радуйся, что ты ничего не видишь. Да, если бы мой танк сейчас увидел, на что он едет, он бы явно развернулся. Извините, парни, но... Ну чё, изи-боты, изи-каточка. Ну, в принципе, не сложно, да. Я говорю, надо брать карту, где чисто вот один большой квадрат выхода, это чисто город. Типа Васанский порт или что там есть. А можете пригласить? Я с вами. Мы еще не закончили. Ты слишком низко нас ценишь. Мы еще живые. Да, ты так сказал, как будто мы уже срали. Ты типа ты. Я просто на всего кто-то сказал, что как будто все бы закончили. Они стреляли по моим фобам. Да, они же выносят фобы, я говорю. А выключи! А как я выключу? Это на компьютер. Можно сейчас следующий этап сделать, это дымить свои фобы, чтобы по ним не стреляли. О, вихрь. Вихрь на нас выскочил. Справа. Блять, нет, не выскочил. Ну, там ничего нету. Есть! Два вихря сдохли. Ты чё дальше? Хватит по моему фобусу. Блин, и вызвать тоже не на что. Меня убьют этот Т-72 сраный, я не понимаю. Автоматик сейчас убьет меня. Просто пипец. Не, он что-то летит. Блин, ну почему это не этот? Почему это не дымы, да? Вот как чё так сразу... О, модерна! Вот это все. Это уже все, да. Это Вальхала. А здесь ПВОха стоит. Ой, сразу-то полетели, ёпэ, РСТ. Как у всех самолеты есть, так все такие самолеты, у нас такие все авиаты. А как базу Дэйфи, так сразу фобы вырубай, они фобы бомбят, что делать? Я что-то за 125 убил. Я сейчас на стервешке модерн развалил. На автоматный. Я уже чувствую победу. О. Да, это правда не наши. Как он, главное, не побегал, главное, счастье, да? Ерзан, Ерзан! Ты чё, спишь? Блин, чё за танк там на меня выехал? Кажется, меня сейчас разберут. Я сейчас пухом посвечу, шо там? Модерна, ещё одна модерна. Да какой модерна? Нева на базе. На вас модерна идёт. Не вытаскивайте самолёты, там Нева... Да, я ж говорю, там плохо. Да, она как-то странно стреляет. Как он не стреляет, она только что я на радарнике вылетел, она сразу мне бы две эти впустила. Светите что-нибудь. Ага, да, давайте ее разрядим. О, они даже занитралили. Не, это нас. Это наша от огня бегает. Ёбаный волшебник, чё за хрень, не понимаю, это всё горит ещё в лесу. А танк ни сейчас, хрена. Да? И какой-то, в том-то и дело, что убей его. Я не могу, его не видно. Сделай так, чтобы его было видно. Я не могу. Подожди. Дым, уходи! Блин, ну вот такие
как-то вообще не понимаю, ну что за команда, не могу понять. О, вихор. И вихрь, и модерна, эх. Тебя Дыхание. Вылечим. И Дыхание. Тебя вылечим. Вот. И они, смотри, нормально начали вертухами летать. Ой, и смотри, и танки двигаются, их очень много. Блин, вихрь сраный. Бочину уже вторую ракету да, попадает. Да, вот я тоже в бочину прям вообще не заходит. Они все кошелек привели свою. Так, кошемочку надо. Ребята, у нас проблема. Не захватили. А где у нас ЦВХ? Не знаю, я потом... Ярослав, сгони! Гони! Вы чего угораете? А вы-то как кошимки всрали. А почему он здесь не закрывается? Я бы уже закрывался. А с чего ты решил, что не заказались? Просто мы не видим. Не, ну мои повезли. Я сейчас поставлю кошимку, она будет занейтраленная. А, вон модерн выехал. Ничего, ничего. Сейчас мы их победим уже. Кто там это спрашивал, убило... сколько нам осталось? Секунд? Да. А в прошлый раз мы 29 минут продержались. Вот так, к слову. Ну все, цивилы. Автоматик долго жил. Жил без страха и умер без страха. Короче, пацаны, я влез. Я увожу кошемку, мы будем до конца. Они че такие, я говорю, читеры, чизеры. Ой, не устает. Давайте, я верю, вы отобьетесь. Нам бы твою веру. Давайте. О! Заказывайтесь! А на что? Я самолет выпущу просто. Красавчик, там как раз тебе сейчас небо поблагодарит. Не, я назад. Ты что, с ума сошел? Ты что, больной? Да. Дурака кусок Валера. Ну ладно, я сейчас пойду, убью там К-29. Все равно больше на этот самолет ни на что не способен. Разбомби мою лучшую кошемку. Так что это истребитель. Не, а что, ну, интересно, я могу свою кошемку убить? Слышь, давай потом попробую. Тестить. Дай попробуем. Но мы все равно проиграли по факту. Да с чего ты так решил? Вон, рандом, когда играют, у них такой безвыходности нету. Сейчас БРД, БРДшка ПЭШ приговорит. Вон, видишь, я только что убил вертуху, ой. Фоп, не трогайте фоп. Я только что сбил... 29-ку с морпихами. Я боженька. А, о, никто не видел мой танк? Артет. Какой танк? Не помню, какого танка. Синенький был там. У меня сейчас, у тебя же как у танка, как у песни Мамонтёнка, знаешь, там всё. Ищу, да. Попу на свете. Давай я вылетаю радарником. Куда, правда, не знаю. И зачем? Ты забрал его? Понял. Ничего не забрал. О, всё нормально, истребитель снова готов к бою. Я даже смогу еще истребитель... Еще двух пехотинцев могу взять. Видишь, как классно. Ничего, все, мой фоб сказал долго жить, обещал. А мой еще живой. Хеликоптер. О, ну, два попадания. Хорошо.
Они думают, что способны нас остановить. Мы уже 4 минуты держимся. У всех многое связано с 4 минутами в жизни, да? Ну, это, может быть, 2-3, не больше, чего уж 4-то. Вот я хотел сказать, что типа ты что-то прям борщишь. Что там? Ничего, истребитель еще жив. Да ну за что? О, смотри, какие машины вызывают. Ренсо 106 миллиметров. О, сейчас мы их... На что хватает, то и вызывает. Ну, пригласи, ботами на максималке интереснее. Да уж. О, я разрядил. Больше по... А, не, стреляют. Смотри, что они творят, смотри, где они находятся. Ну да, это ж я с ними воюю. Ну ты сейчас им поблагодаришь их, да, я так понимаю? Я тебе сейчас попытаюсь с травешкой помочь. Может, не заметят. Нет, заметили, жаль. Красивая. Давай, ЦФГ, прикрывай кошемочку. Давай. Там Мишка подлетает. Убей ее. Она кошемку видит. Это фиговая новость. Нет, руки! Ты вообще видел, как это было? Ну сейчас арта будет, так что я отъезжаю, давайте. Дай ему хоть одну пехоту вызовем. Я отъезжаю немножко, смотри, почему я отъезжаю, ты видишь сейчас? О, это дым. А кто знал, что дым-то сейчас будет? Верни свой худоместо. Я сдох. А, нет, у меня еще есть машинка. У меня два пехотинца, я бы еще третьего вызвал, если бы кто-нибудь ЦВшку поставил. Поставил. Вот. Слушай, а ты, в принципе, можешь быстренько заехать и заходить в Фокстрот. Вот. Там Фокстрот ничего. Истребителю в небо! Я уже дерусь. Они уже рядом с кошемкой моей. Давай, выживите, что они. Нет, уже позади убили, я уезжаю. Тикаю. Самолетик, воюй. Воюй, самолетик. Беги! Давай в соседние кусты бежим. У меня, кстати, еще одна это. Разведка есть. Может, я им светану базу? Помоги! Давай. Это они сейчас на меня переглянутся. Ой, самолет. А, это не мой. У меня одна полка осталась, иди украшения. Нет, все мысли. 30 минут. Нормально. 30. Да, на минуту больше, чем в прошлый раз. Там было 29 и 40, по-моему. Для серов это уже рекорд, я бы сказал. Да, кстати, у меня больше всех очков. Автоматика, как и бог просто тут. Кончили. Короче, надо им создавать, мне кажется, деки из ополчения и всякой шляпы.